Кончо, Мино-сан, сегодня расскажу о Рейвене. Этот таинственный мех всегда скрывается в темноте и путешествует в одиночку. Мог бесшумно появиться в любой локации карты и нанести смертельный удар противнику. Именно поэтому его прозвали Вороном, таинственным охотником. Рейвен использует стрелковое оружие, натягивает тетиву. Под действием магнитного поля происходит накопление высокоэнергетических частиц, которые, зарядившись, образуют стрелу. Она поражает врага раньше, чем тот успеет среагировать. Те, кто говорил «просто подойди к Рейвену ближе, и ты будешь в порядке», были слишком наивны, потому что мгновенные, бесчисленные выстрелы Ворона не оставили их в живых. Его боевое мастерство, как бы это ни показалось странным, заключается в схватке на средней дистанции, а тактика боя – отслеживание и выманивание противника из укромных мест. Благодаря этому атрибуту, так называемой кошки, которая выстреливает из его руки и помогает Рейвену переместиться, он и мог так быстро менять свое местонахождение. Его максимальное хп – 2100 дур, имеет дополнительный щит – 500 единиц, максимальное топливо – 100 единиц. Перейдем к его основному оружию. Первичный заряженный выстрел. При стрельбе из лука скорость и урон увеличивается от того, как долго он заряжается. Также нужно знать, если Рейвен находится в воздухе и начинает заряжать выстрел, он зависает и медленно опускается на землю. Время полной зарядки – 1,2 секунды. Насыщенный урон – 560 единиц. Его вторичное оружие – дабл-стрелы. Производится выстрел, похожий на работающий пропеллер. 3 залпа по 3 стрелы. Перезарядка – 9 секунд. Наносимый урон – 1260 единиц. Также имеет две способности. Обычный прыжок на клавишу Space. Используется топливо – 16 единиц за прыжок. И вторая способность – цепной крючок или кошка. Производит выстрел за цепь и подтягивание до цели. Перезарядка – 12 секунд. Перейдем к его модулю – на атаку. Быстрый выстрел. В данном модуле сказано, что время зарядки для основного оружия сокращается на 10, 15 или 20%. Но проверив это в тренировочной комнате, я не увидела разницы между зеленой, фиолетовой и атакой. Единственное, в чем есть разница, так это в том, что когда Рейвен заряжает стрелу на фиолетовом модуле, не на полную, а на середину мощности и стреляет, выстрел наносит тот же самый урон, как и при полной зарядке. Взрывная стрела. Увеличивает диапазон поражения первичного оружия заряженная стрела на 1, 1,5 и 2 метра. Обратите внимание, что в прицеле лука Рейвена есть три деления. И первое должно быть на той же линии, что и ноги вражеской мехи, чтобы от этого модуля был результат. На защиту. Шаг призрака. В течение 7 секунд после использования способности крючка скорость передвижения увеличивается на 10, 15 или 20%. Утечка жизни. После нанесения урона восстанавливается хп на 4, 6 или 8% в соответствии с нанесенным уроном. На скорость. Звон смерти. Перезарядка вторичного оружия ускорена на 1, 1,5 или 2 секунды. Шаткая дорожка. Если основное оружие наносит 500, 400 или 100 единиц урона, то урон каждого следующего выстрела увеличивается на 8% в течение 6 секунд. Кор-модуль 1. Автоматическая зарядка основного оружия до максимума через 5 секунд. Обрати внимание на круг вокруг цели, он показывает, что зарядка полная и не нужно держать кнопку мыши постоянно и ждать заряда. Кор-модуль 2. Увеличивает урон на 15% в течение 10 секунд после использования навыка перемещения. Действует на оба оружия. Основное дает при обычной атаке без заряда 168-170 единиц урона, а при использовании кора 168-190 единиц урона. Урон от вторичного оружия с этим кором примерно 688 единиц. И это, пожалуй, все, что тебе нужно знать о Рейвене. Если тебе понравилось видео или ты нашел что-то полезное для себя, пожалуйста, не забудь подписаться и поставить лайк. Ну а на этом все. Увидимся!